Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Рено Сандеро. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию пола с багажником. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Видите, на полу в багажнике голый металл. С правой стороны на арке небольшой кусок вибры. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Слева голый металл также. Ну и смотрим, что у нас по салону. На полу вот кое-где вибропласт присутствует. Сейчас готовим поверхность и приступаем исправлять, добавлять шумоизоляцию. Закончили клеить первый слой вибропласта на полу в багажнике автомобиля. Рено Сандеро проклеен пол, проклеены задние арки. Все тщательно прокатали валиком. И также закончили клеить вибропласт на полу в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию пола и багажника на автомобиле Рено Сандеро. Проклеен у нас второй слой пол. В багажнике также проклеены задние арки. И закончили работы по проклейке пола в салоне вторым слоем шумопоглотителя. Остается нам собрать автомобиль и отдать владельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!